Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного кабинета Facebook в виде сообщений в Viber. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Facebook. Теперь необходимо указать действие – загрузить лиды. На этом этапе вам необходимо подключить ваш рекламный кабинет Facebook к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, на которой у вас настроены формы лидогенерации, а также выбрать «Да, подключать все текущие и новые формы», если вы хотите, чтобы по всем формам, которые настроены на странице, передавались лиды. Или из выпадающего списка указать «Нет, настроить формы индивидуально» и отметить необходимые формы галочками. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из лидов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Действие выбираем «Отправить сообщение». Теперь необходимо подключить ваш Viber к системе Apex Drive. Обратите внимание, что Viber должен быть установлен на компьютере. Для того, чтобы подключить Viber, кликните по логину нашего паблик-аккаунта. Далее необходимо скопировать и отправить Viber сообщением строку, для того, чтобы привязать этот паблик к текущему аккаунту. После того, как вы получили сообщение об успешном подключении, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Viber при каждом новом лиде из Facebook. Сообщение вы можете назначать переменной из Facebook, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Если у вас по разным формам лидогенерации настроены разные поля для сбора контактов, вам необходимо выбрать все их варианты. В данном случае для имени я выберу сразу две переменные. Аналогичным образом я поступлю с имейлом и телефоном. После того, как все необходимые переменные назначены в сообщение, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Viber. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Viber». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Viber успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!